Всем здравствуйте, говори. Говори всем здравствуйте. Помаши подписчикам. Рассказывай, Афоня, куда мы сейчас едем? А тети Оли. Да, тети Оли, да. Сейчас мы поедем, заберем тетю Олю с подарком Гришиной учительнице, да? Да ничего не девается. Что там закрыто? Давай я открою. Я могу. Гриша, покажись. Снова челка. Подойдет. Чтоб прорез видно. Да. Будем дарить корзину сладостей учителю. И что тут еще? И подарки вот отдельным учителям. Чай тоже и конфетки. Одну конфету тут нельзя. Тут очень красиво тетя Оля украсила корзину листиками. Гриша едет с плакатом. Сделали плакат. Каждый написал пожелание на шарике. Где твое пожелание? Тут его нету. Как нету? Все на есть. Нету. Ну есть, смотри. Цветы где ты? Вон от Гриши, там цветы нарисованы. Вот. Вот это вот от Гриши с цветами, да? В общем, красота. И вот фотография вообще. Я только не пойму, тетя Оля что, целую фотографию сделала свою, что ли, пожертвовала? Или отдельно делали фотографию? Я знаю. Ну, в общем, вот такой подарок Людмиле Валентиновне. И Афонька с нами. И Гриша в телефоне. Куда же без него, да? Дети охраняют. Афоня, пошли с мамой. Идем поздравлять учительницу Антоши. Теперь дети. Круто! Идите поздравлять, Антош. Надо что-нибудь сказать. Спасибо большое. Дай я вас фотографирую, мои хорошие. Да. Алло, как он? Звонок, как будто английский. Сколько-нибудь? Тише! Отпусти, поехали.
спасибо, спасибо большое, большое спасибо. Ой, сейчас будет запах. Я уже дома, всех поздравили учителей, все круто. Дети даже легли спать. Поспали, уже даже проснулись. Они в комнате, а я буду вязать кинзу. Папочка все помыл. Потому что грязь и кинза, вообще она такая, оказывается, штука. Она спутывается. Еще ее листья, когда она сухая, она путается и цепляется друг за друга. А вот когда ее намочишь, помоешь, вот, потому что кинзу нужно, соответственно, на рынок с корешками. И они сейчас в грязи, вот нужно все это помыть. И она тогда легче вяжется, она не путается. Мы сейчас с Афоней едем выбирать тыкву. Вот одну тыкву я уже выбрала. Тыква, покажись. Сейчас поедем, да? Тут, конечно, это обалденные тучи. Они просто шикарные. Кажется, так низко. Сейчас я их сфоткаю. Приехали мы за тыквой. Сейчас будем тыкву складывать. Вести, да? А еще несколько штучек возьмем на фотосессию, потому что у нас завтра осенняя фотосессия. Ура! Ты тебя будут фотографировать с тыковкой? Нет. А как тебя? Я буду дома. А ты не поедешь фотографироваться? Почему? Потому что я буду болеть. А ты будешь болеть дома? Да. А фотографироваться ты не хочешь, да? Давай я сейчас. Не надо так ногами, Афонь. Нужно же, чтобы она была красивая на фотосессии. Я ее помою. Афонь, ты со мной пойдешь? Да. Будешь с бабушкой? Нет. Бабушка моет. Моет нам кинзочку, а мы пойдем сейчас вязать, да? Да, подумала. Вязать, да? Я тоже тебе буду помогать. Да, она мокрая. Тебе сейчас вот помогать не надо. Почему? Потому что ты болеешь. Как хорошо, хоть и осень. Пошли вон сейчас еще лучок покажем. Помните, мы недавно обрезали лук, который хотели сажать на зелень. Ну, мне кажется, этого было совсем недавно. Но сейчас я вырос, недавно. Смотрю, какой он вырос. Да, и это поле. Было, по-моему, он так быстро растет. Идем сейчас покажем лучок. Где лук, ты знаешь? Ой. Правильно. Вот он какой лук, да? Вот он какой. Подавалася белем. Зеленый вообще, да, какой красивый. Подавалася белем. Соберем? Нет, еще рано собирать, еще он немножко повыше вырастет. Вот просто дожди, как раз вот погода такая началась, и он быстренько так вырос. Такой вот у нас уже зеленый молодой лучок, да? Да. Мы ему на денег. Кому? Луку денег, чтобы быстрее вырос? Да. Наверное, нужно полянка луковая. Еду за детьми, и опять сейчас муж мне скажет, опять ты это небо снимаешь, что ты его все время снимаешь? Но оно очень крутое. Вот на камере оно вообще вдалеке, но когда я на него смотрю, это просто потрясающе. Да-да-да-дам! Вот сегодня какой у нас 5 октября, и мы первый раз затопили котел. Круто! Я уже просила, наверное, неделю назад начать это делать, хотя бы по вечерам. Мне не нравится, как у нас в доме. Да, прохладно, такой душок. Но сейчас будет все намного лучше. Сейчас ура! Ты ходишь в носках утром. Ноги... Ура! Вот он мой герой. Не, ну есть Дед Мороз, который морозит, а ты кто? Дед Котел. Идем в школу поздравлять у сенпая торт буква К. Это не вот это белое было, а соленая карамель. Ну а там она внутри же соленая карамель. А. Там же торт внутри соленой карамели. Буква К, я не знаю, понятно? Привет! Привет! Гляньте, сколько каратистов. Цифра какая. А свечки будем? Дорогой наш Кирилл Александрович, разрешите нам поздравить вас с днем учителя, потому что вы для нас. Здесь Кирилл Александрович.
какой Афонь? Мама, ну я на второй выходной, я сам не могу. Кого ты не можешь? Афоня тут, короче, все рассыпал. А я тут, а? Ну не прям все. Собирай, пожалуйста, котик. А где ты лепил, покажи. На досточке. А где досточка? У Гриши там нет.